вышли в эфир мои фильмы «Отвесов фашистов и спецслужб Российской Федерации», посыпались вопросы ко мне. Все, будучи в мышлении линейном и двухполярном, то есть там, где есть причины и следствия, ищут причины и думают, наверное, Ленского обрабатывают и уничтожают по каким-то причинам. Вот почему я решил выставить и это видео в YouTube, для того, чтобы было все понятно. Причин не будет. Посмотрите. Я родился в 1941 году, в разгар войны, когда фашисты стояли под Москвой. Отец ушел добровольцем на фронт и там погиб. Нас в семье было четверо. Брат старше меня на 2 года, ему 2 годика было, следующие 4 годика и сестре 7 лет. Поэтому все свое детство я провел, подрастая, в труде. Вся семья была очень работоспособна. Нужно было выживать. Поэтому все были активно законопослушными, учились отлично, закончили высшее образование, получили, и я в том числе. В детстве, выживая, я пас коров, выполнял все работы по сельскому хозяйству, и, впрочем, не считал это работой, поскольку это и была жизнь. Итак, получив высшее образование, я стал работать по электронике и контрольно-измерительных приборах, приборам. Поэтому в данной области я специалист. Но вернусь немножко назад. Когда мне было 14 лет, то прошло озарение о том, что весь мир цивилизации двухполярный и линейный. С этих пор я больше в двухполярность вообще, в политику, в экономику и прочее не лез и не обращал туда внимания. Я занимался исследованием и развитием многополярности. Это очередной шаг для человечества, потому что просто логически двухполярность, когда себя исчерпает, должно быть следующее. Конечно, со сбросом. Как сброс был системы мироздания Платона, точнее Птолемея, и Коперник фактически совершил сброс. Итак, ничего никому не оповещая, не говоря, я потихоньку развивал это, но был достаточно успешный и перспективный, поэтому переехал из этого предприятия Алтайского края,
переехал в Алма-Ату, в Казахский политехнический институт, ученым, а точнее главным инженером по научным исследованиям. Теперь повторю особо. Поскольку я знал, что многополярно себя исчерпала, я ни в политику, ни в экономику и ни в какие злачные двухполярные и шумливые области вообще не лез. Кроме того, по природе я был крайне скромный и даже застенчивый. Поэтому ученых я не трогал. А когда я выступал в Академии наук с предложением многополярности и демонстрировал это на приборах, то есть не только математика, физика и все научные двухполярные могут измениться, еще и теоретические, подпиралось все в соответствии приборами и эффектами. Так я профессору Кульницкому, который собрал комиссию, продемонстрировал трехполярные генерации, которые ни один современный прибор не зафиксировал. Когда я выступал, а потом выступал в Сибирском отделении Академии наук с подобными докладами, демонстрировал там трехполярный магнит, это не тот известный север-юг и какой-то третий, нет, это А, Б, С. И с тем магнитом ничего общего не имеет. Так вот, когда я выступал, я вообще никого не оскорблял, не вел себя вызывающе, крайне скромно, чисто по-научному, доказательно, в теориях, начиная с теорем, доказано теоремами все это так, что опровержений не было, было только удивление, и если были какие-то претензии, то с позиции двухполярных современных всех знаний, но я сам говорил, что многополярность не измеряется ни современными приборами, ни современным умом, современными знаниями. Потом я сделал доклады в отделении научно-исследовательском института имени Курчатова и института имени Келдыша. Как это ни странно, несмотря на мою добропорядочность, спокойствие, корректность, именно тут на меня обрушились спецслужбы с теми самыми тайными обработками, то есть электромагнитным облучением, бактериологическими средствами и химическими аэрозолями. Почему? По характеру моему не должно быть. Я был и застенчивый, и скромный, и корректный, и вежливый. Потому что появилось новое нечто, так радоваться надо. В этом назначение ученого не подтверждать то, что есть,
А к тому времени я уже и получил ученую степень. Не подтверждать то, что есть, а человечеству открывать новые перспективы. Во всем этом только есть один фрагмент, когда на меня после таких докладов 5 академиков написали правительству СССР петицию «Избавьте нас от Ленского». Как вы думаете, почему? Ведь они ученые. Я их не оскорблял, не задевал, но показал чисто теоремно о том, что университет, то есть теория относительности Эйнштейна – это частный случай. Показал теоремно, не заявляя, декларируя, показал, как положено в науке. Итак, по характеру я не должен был попасть на обработку. По своим научным меня должно быть наоборот, ко мне обращаться с приветствием, с уважением, как это сделал профессор Гуницкий и вся комиссия, которая присутствовала на демонстрации мною эффектов трехполярных отношений. Потом, впоследствии, когда это зверство фашистов спецслужб усилилось, на меня обратили внимание космонавты. Руководитель космическими полетами «Буран» Игорь Петрович Волк содействовал тому, что вывезли меня силами ихней космонавтики Комитета безопасности в Москву из Алматы. В Москве я сделал доклады о том, что можно линейные, бестолковые фактически, тогда я, правда, слово «бестолковые» не использовал, бесперспективные космические корабли перевести космонавтику на сокращение пространства. В трехполярности пространство искривляется. И это я показывал на приборах, на фактах. Поэтому я жил на квартире на Хованской 3 у Игоря Петровича, и он меня водил в Кремль. Водил к Силаеву, который тогда курировал от Кремля космонавтику, и все было бы очень хорошо, уже планировали создать центр, как и положено, в научной новизне. В Москве выделили 200 квадратных метров. Меня назначили генеральным конструктором многополярность человечеству. И вот тут Советскому Союзу пришел конец. Надо сказать, что на этот период меня обрабатывать бросили. Уже ни мышьяка, ни электрического, электромагнитного облучения не было. Но вот почему-то опять вспыхнуло, и Ельцин написал докладную, мою отнес Ельцину. Борис Николаевич увлекался теннисом, а
Игорь Петрович был председателем клуба теннисистов. Он там ему мою докладную записку передал. Вот там прозвучало слово «многополярность», откуда Ельцин потом и ввел его в политику. Многополярная политика. Как видите, автор сидит перед вами. Но это не помогло. Ельцин сказал, пускай Василий подождет, я когда войду в права, и его с обработки снимут. Но вот что интересно. Потом, когда меня избрали в тот же период сначала на всесоюзном форуме президентом Ассоциации ученых интеллигенции, а потом в 1989 году состоялся международный форум. И на этом международном форуме меня избрали президентом Международной ассоциации ученых и интеллигенции. И тем не менее, ко мне теперь посыпались обращения ученых, талантливых ученых, что и у них их уничтожают. Ученый, он есть ученый. Ученый избегает того, как и я, что мне показалось, виделось. Есть приборы, есть объективные доказательства. Даже мышьяк можно проявить, потому что сам он не пахнет. Но он на грибке начинает пахнуть чесноком. Итак, это зверство продолжается еще точнее и по сей день. Но я оказался в поле внимания о том, что массы людей находятся под обработкой, а фактически калечатся. Уже тогда калечили меня так, что ребенок ползал по полу отравленный, попал в больницу, вся семья. Так чем ответили? Прокуратура решила меня в психушку забрать, но выпустили. А оказался профессор Гонопольский, психиатр, главный психиатр, крайне честным, справедливым человеком. Никакой шизы близко у меня не было. Более того, он даже мне на транспорт дал свои личные деньги, чтобы я уехал домой. Но вернемся к тому, что зверство стало усиливаться и усиливаться. Массы людей. Как президент, я организовал международную, повторяю, международную комиссию по расследованиям. Почему не российскую? А потому что здесь их уничтожат. Да-да, уничтожат. Здесь же фашизм идет, поэтому не только любой, кто рядом со мной оказался, тут же в списке, черные списки и на компьютер, а обрабатывают не только кто возле меня, а обрабатывают, оказалось, повсеместно, по всем регионам. Там, где меня и близко не было. Обрабатывают невинных, домохозяек, женщин, беременных женщин, детей.
А дети часто подпадают, если один из родителей находится в черных списках. Тут некто удивился в Фейсбуке, что тут не может быть такое число, это ж надо. Армия огромная, спецслужб должна быть, если обрабатывать людей по всем регионам. Вот вы поймете, что за государство у нас. Да, именно так. Да, именно армия. Да, целые заводы работают по производству химических вот этих вот угнетающих тяжелых металлов, вирусов, аэрозоли. Лаборатории, штаммы разрабатывают. Да, это я вам как раз говорю по натуральным сведениям, которые еще в переходной период, когда Советский Союз разлагаться стал, ко мне обратились представители из КГБ, молодые парни. Вот они меня всей информацией снабдили. Да, сами, конечно, наверное, погибли. Но информация, я ученый, я так просто доверять не стану. Я поставил на проверку, она оказалась достоверной. Я знаю ихние все методы спецслужб, все ихние инструментарии, а теперь, начиная с апреля месяца, этого года, 2019 года, наверное, я предполагаю, они вышли на одно из моих открытий электростатических токов. Да, вы скажете, ну есть электромагнетизм, есть частотные всякие токи, поля и так далее. Да, статодинамическое, обратите внимание, статическое электричество считается статическим, и оно, электростат, он никуда не распространяется. Так вот, я сделал открытие, что можно электростат ввести в динамику. Защиты не ждите, защиты не будет. По всей видимости, вот я тут проверку сделал, я никак не могу понять, это что за новое. Они сначала приборы, а я вам тут покажу, как выставлю фотографии, как нас обрабатывали электромагнитными. Сначала приборы мерили, вдруг перестают мерить, а изжигание идет, да фактически испепеление. Вы спать не сможете. Это ужасно. А приборы, норму показывают те приборы, но они мои. Статодинамическое, я автор, я тогда. И приборы, соответственно, и методы, как это определить, имею. Поэтому пусть не радуются извики и сволочи. Они все равно как на ладони, потому что до такого, как я, у них мозгов не хватит осмыслить, понять и получить многополярные разработки. Но получили частным случаем кое-что. А речь ведь шла о том, что человечество может вообще перейти на действительно большой уровень, когда отойдет от железок двухполярных, от двухполярных мозгов. Да, я разработал и технологию по диагностике ума, что ум может делать переходы. Переходы, говорю, не двухполярных мозгов, и теперь знать и математику, и физику, и как работают коллайдеры. В
все это двухполярных мозгов и средство двухполярное можно перейти к эффективным многополярным. Ну ладно, уничтожают они таланта России. Это я даже в ролике одном выставил — уничтожение талантов. Но скажите вы мне, Владимир Путин, кого уничтожаете вы, кроме талантов? Беременных женщин, детей, стариков? Это уже факт. Комиссии по расследованию. Куда уходят огромные деньги на содержание армии секретных служб с выборочным поражением, и я это назвал лагерем, концлагерем имени Владимира Путина. И вот что вы думаете. Вы знаете поговорку: нас бьют сначала ни за что, а потом бьют за то, что мы кричим. Вот в спецслужбах это. Однажды я разговаривал одним из представителей спецслужб. Ну, там не все сволочи. Разговаривал, он говорит: ну ты же шумишь. Я ему вот это и сказал: я шумлю, потому что меня уничтожают. А теперь шумлю, потому что бьют за то, что я громко закричал. Причин, как видите, нет. Одно наложилось на второе, на другое. Поэтому, да, попутно скажу, у нас есть и федерация психологов. На всякий случай, да нет, я не имею в виду, что все правительство на психику надо проверить. Уничтожать собственный народ — это что-то попахивает не тем в здоровье психическом. А я то, что обращаются, конечно, и некоторые и по навязчивой идее, потому что им кажется, мнится, но помните, я ученый. И ассоциация у нас, и комитет по расследованию — ученые и специалисты высочайшей квалификации. Так что если вас обрабатывают и губят ваших детей, и губят ваших жен и стариков, не ищите причины. Армия должна себя кормить. Дармоедов. Путин щедро туда кидает ваши денежки. Да-да, вы налоги платите, а откуда у него свои? За свои у него есть, конечно, но он армию эту кормить не будет. Он за счет вас, они вас и уничтожают. О том, как это происходит, еще будет ролик в Ютубе, когда будут выступать те, которые вообще, в отличие от меня, не авторы многополярности, не какие-нибудь, но любят свою страну, переживают за народ, за женщин и детей. Например, Международный суд матерей, а их, Владимир, за что гвоздят? Делаем выводы. Значит, все, кто за Россию, за ее здоровье психическое, научное и техническое, за ее здоровье людей, беспокоятся, их уничтожают. Что специально, может быть? Не исключаю, что по договоренности с Соединенными Штатами Америки и евроколхозом совершается вот это намеренное уничтожение не только талантов,
но и всех, кто Россию и за Россию переживает. Не какими-то там, как пятая колония. Никто не собирается политикам вредить. А вместо того, чтобы поблагодарить за помощь, уничтожают. Потом, в следующем ролике, вы узнаете, испепеляют так, что, например, президент Международного суда матерей вот сегодня покалеченная и сжигаемая, вчера покалеченная и сжигаемая, сегодня еще сильнее, потому что вчера было обращение к Матвиенко Валентине Ивановне, знаете, такую, так ударили так, что не могли, дескать, за Россию волноваться. Они там ее будут, да нет, не спасать. Они, уничтожая тех, кто за Россию, считают, что они России благо несут. Подумайте над этим хорошенько. Ради чего они уничтожают тех, которые во благо России народа российского. Подумайте.